ноября в Московском государственном объединенном музее-заповеднике Люблино во дворце-усадьбе Дурасова прошла общегородская эстафета фестиваля «Наши общие возможности, наши общие результаты» Межрайонного совета директоров образовательных организаций района Капотня, Марьино и Люблино. Данный фестиваль проходит под девизом «17 я» и это все одна семья. Всего на фестивале работали 17 площадок, центральной же была старинная усадьба Дурасова, считающаяся одним из уникальнейших центров истории, культуры и образования не только района, но и всего города. Дворец Дурасова соединил в себе особенности образовательного пространства и культуры прошлого, настоящего и будущего, от Древней Руси к современной России. Гости-участники фестиваля перемещались от одного пространства в другое, от дворянского собрания к живой поступи молодых педагогов. Фестиваль, продемонстрировавший будущее нашего образования, представлено на 17 площадках межрайонных школ, посетило более 9 тысяч человек. Все площадки работали в слаженном, активном режиме и находились на прямой трансляции с главной площадкой фестиваля. Участники и гости могли познакомиться с проектами «Университетские субботы», «Профессиональная среда», «Кадетское и казачье обучение», получить консультации по работе с электронными системами, электронный журнал, запись в детский сад, запись по дополнительным программам, посетить психологическую службу. Большой интерес вызвали курчатовские и атомные классы, классы инженерной и медицинской направленности, творческие мастерские. Не остались в стороне и демонстрации самых разнообразных спортивных возможностей, сдача ГТО, игры равных. Не только учащихся, но и взрослых заинтересовала роботехника и легкое конструирование. И все это только малая часть всех мероприятий на фестивале. Ключевым событием фестиваля стала презентация нового межрайонного проекта «Единая зачетная книжка», которую по инициативе выпускников в руки школьников передала победитель городского конкурса «Ученик года 2015» города Москвы. Это стало добрым напутствием будущим выпускникам, пожеланием пройти свой путь к исполнению мечты, использовать все свои возможности в достижении стать успешным. И, конечно, какой праздник без угощения? Гречневая каша, русские блины, пирожки – все это не только придавало сил, но и поднимало настроение. Надо сказать, что фестиваль никого не оставил равнодушным. Каждый получил для себя что-то полезное – новые впечатления, знания, эмоции. Это был день цветного настроения, день встреч с новыми возможностями. И самое главное, как общий результат, он сплотил взрослых и детей, научил дружить и понимать друг друга.